Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и если данное видео вы смотрите раньше, чем зашли в игру, то знайте, в игре стартовал новый квест. Это, наверное, самый простой квест, который я помню за всю историю Блюдца. Здесь вообще практически делать ничего не нужно. Мы и так каждый день с вами играем, каждый день получаем победы, и получать 3 победы в день сможет любой игрок, у которого есть 4 уровень, уже пройдет данный квест. Играть необходимо на танках от 4 по 10 уровень, но это уже стандарт в нашей игре, и удивляться здесь, в принципе, нечем. Что касается количества побед, то все, ну, прям совсем простецки. 15 побед за 5 дней. Получается, в день делать 3 победы, и за первые 3 победы вы получаете 250 000 серебром, вдобавок к тому серебру, которое вы можете получать, если будете играть, допустим, на премиумных машинах, для того, чтобы легче получать победы и фармить себе дополнительные кредиты. Если сделаете 5 побед, то заберете себе легендарный аватар. Не захотите, поменяете его, но можете оставить себе на память. Если сделаете 10 побед за отведенное время, то заберете себе на память коллекционный камуфляжик Блиц. Это эпический камуфляж, и он классный тем, что в нем есть вот эти синие вкрапления. Синие вкрапления в рисунке помогают сделать ваши красные зоны такими, якобы они могут быть пробиты вашим соперником. Короче говоря, вводят в заблуждение ваших врагов, ну и, соответственно, будут увеличивать ваши шансы на непробитие. Ну, понятное дело, что на маусе и так все знают, что нижний бронелист и, соответственно, две щеки пробиваются на ура. Но если, допустим, игрок недавно в игре, и вы поставите данный камок где-нибудь на 8 уровне, то не исключено, что многих в заблуждение все-таки ввести получится. Короче говоря, спокойный, тихий, не анимированный, но довольно-таки симпатичный камо. Ну и вот эти вот звезды как нельзя лучше с красно-синими тонами подойдут к каким-нибудь танчикам американской нации. Короче говоря, забрать, по-моему, стоит хотя бы для того, чтобы он был. А там уже разберемся, что с этим всем делать. Ну а если сделаете, ребят, 15 побед, то здесь вас ждет интересный легендарный фон профиля, который посвящен танкам и кораблям. Wargaming занимается не только танками, но еще и кораблями, а еще есть самолеты. Ну и что-то мне подсказывает, что в ближайшее время не исключено. Нас ждет какое-то игровое событие, связанное с этими двумя играми. Я лично этого очень сильно хотел бы, потому что есть действительно чем побаловаться в Wargaming, кроме Блица. Короче говоря, фон действительно симпатичный. Чем он мне лично понравился, так тем, что здесь для тех ребят, для кого это важно, удобным будет хорошее отображение всех данных в отношении вашего аккаунта на фоне, пускай не сильно темного, но все-таки в то же время контрастного фона профиля. Короче говоря, говорю к тому, что пройти данный квест будет крайне просто, и не пройдет его только ленивый, либо тот, кто просто в принципе заходить в игру не будет. Ну а с учетом того, что мы сейчас и так все работаем над тем, чтобы забрать себе из события клановый вызов какие-нибудь призы, в частности 50 ТП прототип, ребят, я думаю, что пройти квест на 15 побед на фоне вот этого, ну прям совсем не составит никакого труда. В общем, всем успеха, всем побед. Если вы за своевременные честные новости, за честное мнение по поводу того, что происходит в игре, прямо сейчас подписывайтесь на канал, потому что нам с вами однозначно по пути. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!